Всем привет, ребята! И сегодня у меня влог моё утро. Первое дело, что я делаю утром, это встаю. Встаю, я сажусь и кушаю. Сегодня у меня на завтрак картошечка. Сейчас, когда поем, включусь к вам. Интересно, я вот эти вот шарики. Мне нравится. Ребят, я поела. Шарики. Как их мах. Ну и как тебе водить? Так, не открывайте. Давайте другим методом. Сушила две песни. Океан-драйв и Ельевой. Это прямо из холодильника. Думаете, для чего ложка? Я буду есть тростику. Вкусный салатик. Да, это правда больше не хочется. Это за растишка. Я принесла растишку. Такая растишка, яблоко, груша. И вот эти растишки. Открываем. Не тяжело открывать, смотри. Барабан. Вот тут напахнет. Есть такие розовые и желтые. Вот так. Мам. Добавлю чуть-чуть. Печенье в шоколадный рот. Так вот выглядит йогурт. Это йогурт. Мешаем. Так, одна бомбушка. Вторая. Три, четыре.
5, 6, 7, 7, 8. Где-то. И сразу две. Нету. Да. Одна. Я четыре, осталось еще четыре. Одна и одна. Только там. Прикусила. Да. Вкусняшка. Клубничный я не очень люблю. И шарики там тоже. Ну, шарики мне нравятся. А сам клубник нет. Не очень. Подождите, я сейчас размешу. До конца видео осталось совсем чуть-чуть. Я почти думал. Так, ну кто у меня наклейки? Это они там специально. Вот я беру свою зубную щеточку. И вот сейчас найду пасту. Вот и паста какой. Ребята, какой лучше? Аквафреш или Калгей? Может, Аквафреш. Да, давай его Аквафреш. Ой, нет, Аквафреш я не буду брать. Попробуй Калгейт. Фу, Калгейт еще хуже. Просто Аквафреш уже. Что, если...